Это что я ем за день? 1400 калорий. На завтрак были хлебцы, которые я сверху намазала икрой трески, одно жареное яйцо зерного, кофе без сахара и шоколадно-кокосовый батончик. На обед у меня был рис, мясо голени и индейки, которые я запекала без масла, просто в духовке с кабачком и морковью, плюс яблоком. На ужин у меня были вот такие вот вареники с картофелем и капустой, они мне очень понравились. И к ним добавила еще сметану. После съела еще немного замороженной клубники. Я надеюсь, что вам сегодня было так же вкусно и не грустно.